Сильный, добрый, заботливый, глава семьи, как глава государства, человек незаменимый. 26 июля в Ульяновской области отмечает День отца. И сегодня мы решили узнать, чего же хотят пожелать ульяновцы своим дорогим и любимым папам. Нашему папе желаем здоровья, сил, терпения с нами. А мужчинам нашего города желаем всего самого лучшего. Желаем здоровья, счастья, чтобы построили, вырастили, город построили такой хороший. Счастья, здоровья, всего самого хорошего. Здоровье самое главное, а больше остальное будет все. Конечно, здоровье, успех в работе, в труде, личного, семейного, благополучия, счастья, да? Чтобы малыши росли здоровыми, да, веселыми были. Вообще, я, наверное, всем отцам желаю, конечно же, здоровья. А главное – любить свою семью, ведь семья – это важное, что есть в жизни каждого человека. Здоровье – самое главное папе, его детям, его близким, ну и, конечно, счастье всей семье, раз он папа. Терпение в его работе, успехов, роста по карьерной лестнице, здоровье – самое главное, пусть все его желания исполняются. А кем у вас папа работает? Юристом. Здоровье, счастье, не болеть никогда. Ну и чтоб сын его любил. А сын что бы хотел папе сказать хорошего? Любишь папу своего? Я хочу поздравить его с таким замечательным днем, днем отца, чтобы у него было крепкое здоровье, чтобы он не уставал на работе и чтобы его всегда встречали с теплыми словами дома.